Чистый двор, чистая совесть. Под таким девизом 18 апреля прошел общеобластной субботник, объявленный губернатором Андреем Воробьевым. Наш город также принял участие в этой трудовой акции. О том, как это было, в нашем следующем сюжете. Бутылки, окурки, грязные салфетки и много другого мусора. Вот такой встречает лесополоса демьяновской усадьбы местных, которые все это убирают за другими местными. Придут с компанией повеселиться, купят алкоголь, пиво и бросают на где были. Еще одна грязная территория – Сестрорецкий парк. Здесь уже убираются учителя и школьники. На борьбу с мусором вышло более 100 человек. Мы сегодня здесь первый выход на это, вот именно на этот участок, поэтому здесь сегодня только пока благоустройство, а потом будет следующий этап окрашивания бордюров и деревьев. Конечно. В это же время субботник в разгаре в Майдановском парке. Здесь собрались клинчане-добровольцы, которые решили все вместе сделать город чище. В очередь за метлами и граблями встают даже самые маленькие помощники. Чтобы везде было так красиво, все сюда приезжали, любовались природой, чтобы это прям было будто какой-то сказочный мир. А веселье на субботнике обеспечат клинские музыканты. Так вот получилось, что рокерам в этом году на субботнике досталась именно музыкальная площадка, которую мы сейчас прямо в порядок, и здесь будет проходить музыкальное действие всего субботника. Вместе с клинчанами убираются и сотрудники администрации, наш депутат в Мособлдуме Сергей Юдаков. Он, в свою очередь, высоко оценил активность клинчан. Очень организовано, с большим участием представителей трудовых коллективов, предприятий, организаций, не только в этом месте, но я был в городе еще в трех местах, там тоже массовая явка. Этот субботний субботник по всему городу собрал больше 6000 человек, чего организаторы грандиозной уборки никак не ожидали. Мы когда планировали количество людей, которые выйдет, планировали, что выйдет где-то 3500-4000. Сейчас можно сказать, что вышло гораздо больше людей, и это не может не радовать, потому что вы видели тоже, что большое количество детей с родителями, и, как сказали наши коллеги, некоторых от кисточки не оторвать. Уборка в Клину в этот раз проводилась на 26 территориях. За время субботника было собрано и вывезено более 430 кубометров мусора, а также покрашено 2000 деревьев и 20 тысяч метров ограждений и бордюров. Субботник 18 апреля, кстати, был общеобластным. Вместе с клинчанами его поддержали 600 тысяч жителей по всему Подмосковью. Татьяна Барулина, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.